Чё как, а сейчас народная мудрость. И прибежала зайчиха и закричала: «Ай-ай, мой зайчик Ванюша попал под трамвай! Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай! Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки, и теперь он больной и хромой, маленький труженик мой!» И сказал Айболит: «Не беда, подавай-ка курьера сюда, я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке, бургер Юльки притащит из мака, чтоб росла ее тощая срака, принесет он Ульяне суши и тюльки, чтоб росли у нее большие тетюльки». И принесли к нему Ваньку, такого больного, такого хромого, и доктор пришил ему ножки, и Ванечка прыгает снова. А с ним и зайчиха мать тоже пошла танцевать, и смеется она, и кричит: «Ну спасибо тебе, Айболит!» Вдруг откуда-то шакал прямо из Глова прискакал: «Вот вам телеграмма от гиппопотама. Приезжайте, доктор, в Африку скорей, накормите, доктор, наших малышей». «Что такое, неужели ваши дети похудели?» «Да-да-да, садись в ракету, по батону, по паштету, по сырочку, по сосиске, ну и нам немного биски». И встал Айболит, побежал Айболит, по полям, по лесам, по лугам он бежит, а в лицо ему ветер, снег да и град. «Эй, Айболит, воротись назад!» И упал Айболит и лежит на снегу. «Я дальше идти уже не могу». И подумал он про голодную Галю, а рядом главист крутит педали. «Велик забрал у своего конкурента, нельзя потерять мне такого клиента. На все я готов ради доброго слова, люблю я рок-эт и клиента любого». Корней Чуковский, Айболит, изменено в юмористических целях из голодухи. Спасибо, я вас тоже очень любить. Take you for a zombie. See the white zone.